Здрасте, это я. Кто вы? Продавец. Купите кота. Я продавец котов. Если вы не купите кота в течение часа, что ты мне сделаешь, если я не куплю кота? Ну, ты сама знаешь, если вы не купите в течение часа, я вам подарю, заставлю купить холодильник. Не надо мне холодильник ваш. А может вы купите... Да, пожалуйста, не надо мне больше ваших холодильников и котов. Купи кота в холодильнике. Нет, я не куплю кота в холодильнике. А если холодильник в коробке еще будет? Нет, не надо. Пожалуйста, ты уже достал меня. А если вот так с пистолетом? Купишь кота в холодильнике? Или тебе вот этим накопить? О, здрасте. Вот, еще девка у нас в придачу в подарок есть. Первому зазвонившему. Скидки? Да не надо мне ваших скидок. Идите отсюда вон. Чё ты сказал? Вон. Она не хочет покупать кота в холодильнике. Мне не нужен ваш кот в холодильнике. А еще в холодильнике есть суп томатный. Не надо мне ваших томатных супов в холодильнике с котом. Вы хоть понимаете? Достали вы уже заходить ко мне, долбанные хейтеры? Если вы сейчас не уйдете, я... Вы черт, вы уже достали. А если купите еще грузовик с холодильником и с целыми котами в холодильнике? Нет. Алло, это... Я... Все же купите у нас холодильник с котом? Я еще раз сказал, купите. Купите? Нет. Нет. Холодильник. Эй, вы куда убежали? Блин, мне от вас не уехать. Холодильник с котом в придачу. Да ты уже достал меня. Нет. Тут, блин, от тебя не уехать. Нет, вы купите. Купите холодильник с котом. Я не хочу у вас брать холодильник. Я еще раз говорю. Да купите. Купите. Да блин, сейчас перестрелка начнется. У меня писать с собой. Ну все, ты достала. Да ты уже достал уже, на! Твои холодильники мне больше не нужны. Все же пошел. Зря ты от этого откажешь. Нет. Я наоборот умная, и я от всего отказываюсь, что мне предлагают. Я могу все сама. Понял? Пошел отсюда, хейтер.